Всем привет, народ! В общем, приехала сегодня посылочка ко мне. Друзья, па-бам! Это хронограф, тот, о котором я говорил. Был мной запущен донат, и по донату были собраны средства на приобретение хронографа. Вот. Вот он, этот хронограф. Вот какой взял. Это Прохроно. Однозначно. Китайца я бы не брал. Друзья, вчерашний ролик, я думаю, многих поверг в шок, многих удивил, но это было сделано осознанно, потому как ехал вот этот хронограф. Все, сегодня забрал, только приехал хронограф. Так, посмотрим, что здесь у нас. Так, это отражатели. Парни, ну и, конечно же, защита. Вчера на пострелухах защиту подарил мне Димон. Вот, спасибо тебе, Димон, огромное еще раз за эту защиту. Сам он сделал. Она четко подходит под этот хронограф. Вот, ребят, ссылку на канал «Охота с Димасиком» я оставлю в описании. Обязательно заходите, подписывайтесь. Снимал я, снимал Дима вчера материал. Выкладываю тоже у себя на канале. Отстрелы, разбор патрона. В общем, охоты есть все. Канал молодой, поддержим. Друзья, ну и вот он, хронограф, собственно, виновник сегодняшнего торжества, вот этот хронограф, вот, сейчас я его соберу, есть тут еще один приятный подгончик, вот, вот этот хронограф, сейчас мы его соберем. Будете лицезреть его в собранном виде. Хочется, чтобы все так быстро было. Так, ребятушки, вот он в собранном виде. Хронограф приехал сразу уже с кроной. Спасибо огромное магазину. Видите, как беспокоится о своих покупателях. Вот, ребятушки, вот этот Прохроно. Какая модель? Вот, смотрите сами, что это за модель. Это модель PAL. То есть он среди вот этого сегмента Прохроно, он самый дешевый, да, но он уже хороший. Он уже показывает правильно, все нормально с ним, все в порядке. В общем, покажу, что работает. Циферблат загорелся. Показания видно, но я не переключал. Вот, все, работает. Проверял я там, проводя рукой на почте. Все работает. Так, в общем. Ну и, конечно, от магазина подгон. Подгончик вот такой вот. Вот, парни. Это у нас штатив. Такой маленький штатив. Спасибо большое. Вот, раскладной. По сути, как бы, может быть, для кого-то вещь не нужная, но для меня, как для блогера, эта вещь очень необходима. Вот, сегодня будет испытан даже этот штатив. Сегодня эфир, парни, и на эфире я буду на нем устанавливать телефон. Так, так что вот такой вот, парни, подгон. Такой вот хронограф. Мужчины, спасибо вам, конечно, огромное за то, что вы как бы не оставили меня один на один вот с вот этой проблемой. Потому как контент делается для вас. По сути, я говорил в обращении. Вы, наверное, самое большее должны были быть заинтересованы в приобретении этой штуки. Вот она уже есть. Спасибо вам еще раз, мужчины. С меня ролики теперь уже железно. Будем снимать чуть больше теперь информации по отстрелам. Есть задумки, есть предложения от вас. Ну, а с помощью этого хронографа мы их будем воплощать в жизнь, эти задумки и ваши предложения. Мужчины, ссылка на приобретение хронографа будет в описании. Это не тот стандартный магазин, где вы их приобретали. Немножко другое место, но, соответственно, соответствующими ценами. Вот, цены намного дешевле, нежели на остальных сайтах. Ребят, нашел чисто случайно. Молодцы, ребята.
на фоне вот этой конкуренции цена на хронограф самая сладкая. Вот именно на американский прохроно. Вот. Все остальное, то, что рекламировали, все то, что давали совет брать у них, все, им пока однозначно, пускай думают над тем, чтобы людям продавать немножко дешевле. Здесь цена вполне себе достойная. Цена вот этого хронографа 2780 гривен. То есть там, где вы их покупали по 3 с чем-то, поверьте мне, есть места, где эта вещь продается дешевле. Ссылка будет в описании. Кого интересует, обращайтесь. Вот, парни. Так что, еще раз всем огромная благодарность. Всем удачи, всем пока. До следующих роликов.